Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал, что в скором времени в России будет закрыт YouTube. А после этого, заявляет Пригожин, тех, кто продолжит смотреть YouTube, ждет наказание. По его словам, главная причина, по которой до сих пор не отключили этот видеохостинг – противодействие кремлевских чиновников. У нас сегодня на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Учтите, перед американцами мало унизиться, надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда Вагнера. Те, кто против закрытия YouTube, это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Кувалда Вагнера. Пригожин угрожает всем тем, кто за присутствие YouTube в России. И говорит еще об одной причине. Технической, по мнению основателя ЧВК «Вагнер», ВКонтакте, Одноклассники и другие площадки – это адекватная замена иностранному видеосервису. Так что да, возможно, могут быть проблемы, признает Пригожин, проблемы технические, но тем не менее есть альтернативы. Что ж, с нами на связи Андрей Захаров, журналист-расследователь, человек, который хорошо понимает, что собой представляет господин Пригожин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну вот, когда он, Пригожин, делает заявление о YouTube, то стоит ли это воспринимать всерьез? И стоит ли ждать, что в ближайшие дни действительно этот канал связи со зрителем, массовым зрителем в России, будет закрыт? Сейчас я про YouTube скажу. Сначала у меня прям, знаете, дежавю, потому что буквально пару месяцев назад я с Анной Майнгайд разговаривал ровно по этой теме. Пригожина. Да, да. Ну, в смысле, тогда Пригожин тоже что-то заявил, и я вот реально доказывал их в это время о том, что нельзя относиться... то есть Пригожин серьезная фигура, но фигура, которая любит, когда ее демонизируют. Не зря он теперь про кувалду рассказывает в своем каждом посте, и ему нравится, когда к нему относятся как страшному и очень сильному человеку с большой властью. И тогда поводом было, и это очень как раз сегодня проявилось хорошо, тогда было поводом, что он там в очередной раз заявил что-то против Беглова. Напомню, что он, значит, в течение нескольких недель, что он призывал сделать с губернатором Петербурга Беглова, членом Совета Федерации. Да, он призывал, значит, сначала написал письмо в ФСБ и прокуратуру, заявив, что тот допустил госизмену, а до этого он еще сказал, что помогает ВСУ. Потом он написал официальное письмо, по крайней мере, заявляет, что написал письмо, что Беглов создал ОПГ, да, то есть как бы, если это всесильный человек, то если он пишет заявление в ФСБ прокуратуру с заявлением, что кто-то совершил госизмену, а потом он еще создал ОПГ, то ты ждешь каких-то действий. И какое же сегодня мы увидели действия? Мы видели Беглова в компании Владимира Путина. Беглов крутил эту самую машину. Мы показывали сегодня утром, господи, в начале эфира. Я как раз, Андрей, хотела вам об этом задать вопрос, что как-то так. Извините. Да, не-не-не, это прекрасно, что вы, что наши мысли совпадают. Значит ли это, что он, собственно, не всесилен и даже больше, что он не способен вообще ни на что, кроме того, чтобы нанимать зэков и отправлять их на смерть в Украину? Нет, конечно, нельзя говорить, что он не всесилен. Но, в смысле, у него есть действительно мощная аппаратная поддержка какая-то, у него есть поддержка Путина. Но при этом, да, важно помнить всегда первое, что он очень сильно зависим, если мы говорим про того же Вагнера, да, от Минобороны, потому что оружие, тяжелое вооружение он получает от Минобороны. Он зависим от Минобороны финансово, потому что он крупнейший подрядчик Минобороны, получает оттуда деньги. Соответственно, но при этом, да, ему нравится по каким-то причинам, как психологическим причинам, таким, скажем так, нарциссическим, так и по причинам, я думаю, каким-то политическим, потому что всегда напоминаю, что в августе были арестованы администраторы его каналов, до сих пор, по-моему, находится в СИЗО. Вот, по той же волне Чемизовской волне арест администраторов телеграм-каналов. Да, соответственно, но ему свойственно преувеличивает и показывает на публике, какой он сильный. И как раз буквально прошлой неделе получил еще хороший пример этого. Если помните, в 2017 году, когда американские медиа открыли, что фабрика троллей, американский отдел фабрики троллей активно работал во время выборов, создавая
аккаунты в Фейсбуке, фейковые в Твиттере. Вот на прошлой неделе один американский институт опубликовал исследование. Они, правда, только Твиттер проанализировали, не Фейсбук, но Твиттер. И получилось, что на самом деле реальный охват, вот именно влияние твитов, которые писала фабрика троллей, он был минимален. Там буквально 1% людей, которые и так голосовали за Трампа. Вот. При этом, как вы помните, была реально практически истерия в американских медиа на тему вмешательства фабрики тролли. Это не значит, что они делали что-то хорошее. Это, естественно, плохо, что они пытались влиять. Но реальный вклад фабрики тролли оказался, по крайней мере, в Твиттере не такой, как тогда представлялся. Так и здесь. Поэтому, если говорить о Ютьюбе, да, то с Ютьюбом у него дискурс следующий. По весне, в марте были... однажды ночью там были попытки блокировки сервисов Гугла, потом еще сервис Роскомнадзор пытался блокировать Гугла в сентябре 2021 года, когда они боролись с умным голосованием. И оказалось, что на самом деле, если ты блокируешь сервисы Гугла, у тебя летит не только то, что, допустим, YouTube там, или Google Docs, да, у тебя летят DNS-сервера, которые используют банки, то есть тогда были проблемы с платежами. Поэтому, насколько я понимаю, технически YouTube, то есть есть две главные причины, почему не блокируют YouTube. Первая — это самая популярная соцсеть в России по-прежнему. Вот. И вторая — техническая, связанная с тем, что если начнешь блокировать YouTube, у тебя полетит Android, может полететь, да, у тебя полетит куча сервисов, которые используют DNS-серверы Google, и поэтому, по крайней мере, по оценке тех экспертов, которые я читаю, мне кажется, что в ближайшее время, то есть, по крайней мере, там полгода, мне кажется, никакой блокировки YouTube в России не будет. Поэтому это такое хайповое заявление человека, который вот каждый день привык хайпиться и объявлять всех кругом предателями. Вот. Поэтому не будет блокировки YouTube в ближайшие дни и даже в ближайшие месяцы, на мой взгляд. Окей, у меня следующий гость, специалист как раз в YouTube и прочих IT-штуках. Простите меня такой терминологии, я его спрошу, совпадут ли ваши мнения, посмотрим. Но возвращаясь к фигуре Пригожина и понимая, да, что есть вещи, на которые он не способен влиять, пример Беглова, конечно, он совершенно очевиден, но тем не менее, когда он говорит «кувалда», Пригожина, когда он грозит людям расправой, фактически. И это абсолютно феодальный способ общения с теми, кто ему не нравится, кто может мыслить по-другому, то стоит ли все-таки относиться к этому серьезно? Я напомню, что сегодня же как раз пришла новость, она не связана с Пригожиным прямо, но тем не менее, пришла новость о том, что в России всерьез рассматривают законопроект о конфискации имущества уехавших россиян. И это публикует РИА Новости со ссылкой на источник, и что Государственная Дума это будет рассматривать. В общем, вот такая волна угроз в отношении инакомыслящих, особенно публичных фигур, покинувших страну. Насколько это серьезно и насколько Пригожин может стать фронтменом этой волны? Хороший вопрос. Конечно, нельзя его недооценивать. Как раз если там отношение Пригожина и оппозиции, помимо там хомячков, которые атаковали Forbes, Фонтанку, «Эхо Москвы» 10 лет назад. Можно вспомнить очень интересное расследование «Новой газеты», пару лет назад оно там вышло, об эскадронах смерти, связанных с Пригожиным, с его структурами, да, и загадочных смертях блогеров, вот, нападений на блогеров, да, которые могли быть связаны с его людьми. Более того, вот корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, который это написал, да, это человек, который беседовал с одним из людей из этого эскадрона смерти, который ему говорил, что на тебя поступил закон, в смысле, думали тебя, может быть, убить, потом решили слишком публично. Вот это Денису говорили, насколько это правда или нет, в смысле, имеется в виду, обсуждали или нет, но нельзя, конечно, недооценивать. И, естественно, внутри там Вагнера царят самые жесткие нравы. Более того, про Пригожина тоже еще там, когда он только-только Вагнер появился, разное рассказывает про его отношение к своим подчиненным в его собственном бизнесе. То есть истории есть такие, знаете, что человек очень жесткий. Вот. Много мрачного рассказа. Поэтому нельзя его недооценивать. Но при этом важно помнить, да, что это такой нарцисс, который привлекает к себе внимание через плохое. Да? Вот поэтому вот кувалда заходит, все ужасаются, поэтому он будет про кувалду говорить. При этом кувалда действительно бьет по людям. Это факт. Но одновременно, соответственно, да, он будет все больше упоминать, потому что вот эти вот трусливые либералы и вообще все остальные меня боятся. Я выгляжу страшным. Об этом нужно помнить. Но при этом, да, кувалда у него есть. Да. И есть, если верить публикации в «Новой газете», газеты, есть опыт так или иначе давления силового и даже вот
интересная публикация о том, что про убийство блогеров пару лет назад. Поэтому нельзя недооценивать, но и не стоит переоценивать. Вот такой у меня вывод, наверное. Реалистичный взгляд Андрея Захарова, журналист-расследователя, на Евгения Пригожина и его выпад против Ютуба. Благодарю вас, Андрей, за участие в эфире. Мы, на самом деле, продолжим с этой темой, ровно потому, что действительно это жизненно важно понимать, существует ли еще возможность сохранять это окно связи с миллионами россиян, предпочитающими YouTube, ну, предпочитающими по объективным причинам. Денис Кусков, руководитель информационно-аналитического агентства Telecom Daily, к нам присоединяется в прямом эфире. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Спасибо вам, Денис, что нашли время. Как вы смотрите на перспективы отключения YouTube, как говорит Пригожин, в ближайшее время, вот так вот, в скором времени, он говорит? Добрый день. Ну, я, так сказать, вообще чуть больше, чем YouTube занимаюсь, поэтому специалист не только по YouTube, но и другим областям телекома. Да. Поэтому, что касается этого вопроса, то, наверное, я считаю, что действительно в ближайшее время вряд ли стоит ожидать отключение YouTube по многим показателям. Все-таки это больше развлекательная сеть, нежели, сказать, как это было запрещено ныне в России, в Facebook или Инстаграме, где подавался все-таки более очевидный контент, и особенно в начале с 24 февраля СВО была такая массированная атака через рекламные носители на русскоязычную аудиторию. Есть технические действительно аспекты, соглашусь. Поэтому мне кажется, что не будет какого-то отключения в ближайшее время. Но одновременно с этим технически возможность для того, чтобы вот так это сделать, существует у государства? Существует вообще, в принципе, все. Самое главное, не надо, так сказать, изолировать, либо говорить, вот это хорошо, это плохо. То есть мы все прекрасно помним, как, допустим, тот же Твиттер работал в период выборов Байдена и Трампа. Сейчас пришел Маск, показал, куча ботов, куча санкций, куча наездов и так далее и тому подобное. Хотя демократия, как нам говорят. Поэтому в данном контексте, мне кажется, не нам, не зарубежным, назовем так, коллегам, невыгодно это делать. Поэтому я думаю, что и YouTube не отключит, не отключит, как постоянно выходит, с какой-то периодичностью, чуть ли не через неделю, что там ваши смартфоны на так сказать, iOS, айфоны превратятся в кирпич. Через неделю смартфоны на Android превратятся в кирпич. Это разгоняла Маргарита Симоньян. Денис, мы этот вопрос изучили подробно. Никто таких угроз не всерьез не предъявлял и не говорил о том, что действительно айфоны и телефоны андроиды могут быть отключены от сети, или как это правильно формулировать, что они будут работать. Все специалисты говорили, но одновременно с этим российские пропагандисты очень активно раскачивали эту историю зачем-то. Ну, это сделать можно, еще раз повторюсь, но я думаю, что вряд ли это сделают, потому что, по сути, Запад тогда потеряет вообще, в принципе, все связи с Россией, и все, кто живет в России, будет общаться исключительно в рамках Рунета. Очевидно, что эта задача явно идет в противовес там, Штатам и другим странам, поэтому в данном контексте, мне кажется, если мы говорим все-таки про YouTube, это действительно самый основной ресурс на сегодняшний момент в интернете во всем мире, и в России в частности. 35% ориентировочно трафика, всего трафика у каждого из операторов идет на YouTube. То есть представьте себе, что каждый день, там, не знаю, у нас сколько там, 300 миллионов сим-карт, ну ладно, там 125 миллионов человек, и вот 35%, считайте, так сказать, постоянно так или иначе это смотрит, а то и больше, там, в зависимости от трафика. Поэтому, мне кажется, если не будет каких-то колоссальных политических движений в сторону там, закрытия чего-либо, либо, наоборот, резких мнений, то закрытие YouTube не предвидится. А Рутюб может быть достойным конкурентом? Потому что я так понимаю, что если Рутюб будет достаточно технически, технологически исправен, то тогда проще будет отключить YouTube.
Вы знаете, я к этому отношусь несколько скептически. Люблю все российское, еще больше советское, учитывая, что в Советском Союзе родился, что сейчас опять возводится. Значит, но, к сожалению, мы идем все время по этапам не создания чего-то нового, что было бы интересно широкому кругу людей, не только в России, хотя бы в странах БРИКС, если мы не берем Европу и Штаты, а берем там, вот выпускаем какие-то там аналоги, там груз на грамм, там, так сказать, недограмм, переграмм и так далее. То есть, мне кажется, и с таким же дизайном практически. Вот если мы выпустим что-то такое, что действительно будет реально на шаг лучше, я считаю, что это будет наша победа, да, так сказать, наших разработчиков, наших компаний. Неважно, кто это, там будет «Газпром», «Медиа» там это, или какая-то другая компания. Но, очевидно, Рутюб, он, конечно, не тянет на, так сказать, заменителя Ютуба вообще, в принципе, там ни на 1%. Поэтому считаю, что нецелесообразно ни в какой степени закрывать на сегодняшний момент Ютуб для россиян. Большое вам спасибо за экспертную оценку. Денис Кусков, руководитель информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был в прямом эфире телеканала «Дождь».